Заманите Гаста в обычный мир, а затем убейте его. О, боже мой! Эпоха приключений, всем привет, добро пожаловать, я все еще Рома, поехали! Звон смерти, ритуал, в ходе которого вы призовете дух Байкока. Даже не пытайтесь провести ритуал до того, как точно не будете готовы к сражению с ним. Ну, знаете, я вроде как готов. Хорошая броня и меч, залог успеха, и прямо сейчас что мы делаем? Правильно, мы сделаем себе платьишко. Это самое платьишко позволит вызвать Байкока. На платье должны висеть колокольчики, отлично. Все самое тяжелое, в принципе, сделано. Это, во-первых, кожа, это, во-вторых, колокольчики, и сейчас еще надо добыть листвы. Байкок, злой дух, бла-бла-бла-бла-бла. Как ты вызываешься? Ага, флейта и музыкальная подвеска. Все есть, поехали. Проводить все это я, конечно же, буду не у буйволов, а около них. Потому что мало ли он всех перебьет, этот тупой босяра. Окей, флейта и подвеска, флейта и подвеска, флейта и подвеска. Господи, я надеюсь, что все получится. Давай, давай, опа, поехали. Пам 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 пам. Блин. О, да-да-да-да-да-да-да, звон смерти, наконец-то получилось. Боже мой, подождите, где моя трещотка, куда я ее дел? Да, все, трещим, дудим, все делаем. Почти получилось, давай, уху, уху. О, боже мой! Та-та-та-та-та, стой, 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 стой! Какого хрена? Ничего себе, ты стреляешься! Ты какой-то туземец, и ты стреляешься на самом деле довольно слабо. Извините, но мне придется с вами расстаться. Медленно, не торопясь, берем в руки меч, смотрим на текстурку этого Байкока. Ты достаточно красивый. Извините, до свидания. Честное слово, я думал, будет потяжелее, но, по крайней мере, ачивка выполнена. Единственный и неповторимый босяра из этого мода убит, и мы получаем лук Байкока и, по-моему, еще черепок, да? А что бы выкинуть? Вот это выкинем, вот это выкинем. О, да. Но это обычный череп. Бам! 31. Да ладно, это, кстати, не при полностью натянутом луке, а если при полностью? Держу, 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 отпускаю! 60! Ничего себе! 65! Хочу проверить еще раз. Реально 65? Бам! 60. Это реально очень классный лук. Кстати, изначально я подумал, что он зачарован, потому что он светится, но на нем нет никаких чаров. А пойдемте попробуем. Плохие новости. У меня всего лишь 20 уровень. В пилоне больше не осталось опыта. Следовательно, я не могу зачаровать на 30. Как говорил мой дед, если нет опыта, иди копи. О, смотрите, что нашел. Какая-то непонятная одноразовая New Savannah Mob капсула. А попробуем-ка взять и использовать. Серьезно? Я нашел яйцо дракона. Яйцо, мать его, дракона под землей. Окей, я, конечно, активирую, потому что почему бы и нет, пусть растет, но все равно он отсюда никак не вылетит, и его, скорее всего, здесь... боже мой! Его, скорее всего, монстры покалечат. Господи, я слышу какого-то котика! Котик, ты где? Котик! А, вот он ты. Умри, я не буду тебя это мучить. Итак, посторонись, я капсулу использую. Она использует пространство 9 на 9 на 9, то есть это очень огромное пространство, я надеюсь, что хватит. Давай! Окей. Блин, это на самом деле очень странно. Попробуем нажать кнопочку и воу, ничего не происходит. Это реально очень тупо и в то же время, ну, интересно. А блок-то непростой, магма. Стоп, я только сейчас понял то, что до этого я никогда не находил этот блок. Чё за магма? Тут еще написано то, что это из обычного Майнкрафта, но я не помню, чтобы из обычного классического Майнкрафта была магма. А вообще, самое главное то, что у меня появился 34 уровень. Итак, зачаровываем лук, и я надеюсь то, что сейчас дадут такое. Ой, а сила 4 и... Ничего больше, обожаю! По идее, сила на луке это что-то типа остроты на мече. И давайте протестируем... Ни хрена себе, 126! Ну не, я просто не могу в это поверить. 126, это же дохренище. 137. Извиняюсь, Сумеречный лес, а не подскажете, где у вас тут свободные боссы есть? Вот вроде как Нага, но по-моему я ее убивал. Давайте проверим. Таки да, действительно, никого здесь нет. На самом деле в Сумеречный лес я пришел не просто так. Нет, не ради босса, я пришел ради того, чтобы выполнить еще одну ачивку. Со всей этой ачивкой мне помогут никто иные, как бараны. Да, многие уже успели догадаться, что я хочу сделать, а если вы все-таки не догадались, то подождите, расскажу. Вначале мне все-таки хочется протестировать лук, и я нашел хоть какого-то босяру. Да, Twilight Leech, здорово, чувак! Не видели с тобой целых, серий 30-40. Ну да, я знаю то, что 40 серий еще не прошли, но все-таки и мы сейчас должны сломать ему этот гребаный щит. Давай, опа, 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 па 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 па. Один щит остался. Давай, стреляй своими тупыми эндерперлами, у меня все получится, у меня обязательно получится. Боже, у меня слишком мало хп осталось. 8 хп, блин, а он меня сейчас убьет.
убьет, я не хочу умирать. Стой, 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 йо-йо-йо-йо-йо, 4 хпшечки, 4. Я чуть не умер, тварина ты эдакая, неужели ты реально такой сильный? Не, здесь мне поможет моя суперрегенерация, давай, о, хорошо. Опа, сбил, я ему сбил хп, эй, куда ты? Стой, 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 иди, иди, иди сюда, я хочу проверить свой лук. Раз, два, три, бум, все. Это было просто. На этот раз я этот череп ставить не буду и, следовательно, не просру. Потому что, вы знаете, если я поставлю, а потом попытаюсь собрать, я не смогу, блин. Потому что у вас, видите ли, собирание, строительство не прокачаны до 20 уровня. Идите в жопу. А лук все-таки классный. Так и передам своему деду. Привет, мой любименький. Давненько мы с тобой не виделись. Где-то 4 года реального времени. Да, 4 года мы с тобой не виделись. Я не помню, как у него надо брать квесты, но я кликаю, ничего не происходит. Окей, тогда попробуем просто... Просто дать какую-нибудь шорстку, у меня такое есть. Раз, два, а где третья? Вот она, третья. Бум, бум, бум. Опа, он растет. Я вам больше скажу, он теперь просто ходит за мной, когда у меня шерсть в руках. Приятно. Тут, по-моему, еще раздатчики. Да-да-да-да-да-да. Сейчас возьмем синяя шерсть, черная. И знаете, для того, чтобы выполнить этот квест полностью, нужно 16 видов шерсти. У меня пока что 6, то есть еще нужно 10. А так как у этого барана крутится огромное количество других баранов, мы без проблем выполним этот квест. Потому что вот ара. Оранжевая, вот, например, розовая. И, кстати, почему все лагают? Вы что, зависли? Осталось 7 видов шерсти. Уху! В итоге самая яркая, самая последняя, 16-я шерсть, это желтая. Бум! Ура! Уху! Волошка получил достижение непревзойденный. И с него падает, во-первых, металл. Ну, то есть вообще все, что можно. И самое главное, рог барана. Как говорил мой дед, я получил рог барана. Да, и я не помню, как его использовать. Давайте просто попробуем нажать, что происходит. А если я за... Нажму. Боже мой, что происходит? Я не понимаю. А давайте попробуем зажать где-нибудь на супер ровной территории. И вот я зажимаю, что-то происходит. Я жму, и чё-то как-то ничего. Какого хрена, ребята? Подскажите, пожалуйста, зачем этот рог нужен? То есть я, по-моему, как раньше не знал, так и сейчас не знаю. О, а, я понял. Этот рог просто копает. То есть, смотрите, мы навели на дерн, далее смотрим, и здесь нет ничего. О, халява, здрасте. О, еще одна халява, приветики. Итак, Twilight Forest, подскажи, какие прикольные ачивки у тебя еще есть. Вообще, я бы выполнил все, потому что мне хочется хотя бы что-то выполнить абсолютно все-все-все-все-все. И Twilight Forest почти завершен. Подождите, что-что-что-что-что? Я помню то, что я был в кое-каком замке самом последнем, и здесь, оказывается, есть две ачивки, связанные с ним. Мимо шипов, откройте дверь в замок, и этот замок... Самый классный, что может быть еще в этом замке? А ведь действительно, что? Я тут, по-моему, абсолютно все осмотрел. Замок ничего из себя не представляет, потому что... Ого, а это что такое? Потому что, по идее, как я уже говорил ранее, это все еще доделывается. Здесь не доделан даже босяра. Final Boss Here. Как написал мне Андрей, у этого мода поменялся автор. И он просто сейчас вообще все переделывает. То есть даже самый первый босяра Нага будет переделан. И знаете как? Там будут реально лабиринты у Наги. А вообще, какого хрена? Я только сейчас понял то, что мне не дали трофей. Реально, мне не дали трофей этого гребаного барана. А, нет, смотрите, он реально валяется. Благо здесь чанки не прогружались. Фух, и в итоге ничего не исчезло. По идее, если мы сейчас на него нажмем, он забэкает. Итак, проверяем. Ну-ка. Что? Еще раз. Серьезно? Да ладно, это так мило. Смотрите, какую ачивку хочу себе сделать. Нага еще не появилась, но я уже натягиваю тетиву, и как только она появится, я сразу отпускаю. Давай, 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 бом! Блин, я думал то, что убью. Все, короче, умри, умри, Нага, прощай. Что за... Подождите, у меня реально тупо стрелы не летят. А, во, все, попал. Каким образом, не понял, но две стрелы и... О, какие лаги, зато она убита. Отныне и навсегда я могу с полной уверенностью добавить то, что Twilight Forest полностью завершен. Завершён! Ура, ребята, похлопаем все трофеи! У-у-у! Кстати, подожди, 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 я вот этот трофей еще не слушал, ну-ка. У-у-у, какие звуки, очень страшные, прикольно. А ты что издаешь? Ничего интересного, а ты? Ой, пути-пути! Я просто не могу, это реально слишком мило. Представьте себе, я играю в Майнкрафт вот чисто без роликов примерно 7 лет. За 7 лет я впервые узнал о существовании вот этой ачивки. Заманите Гаста в обычный мир, а затем убейте его. Подождите, чего? Гаста реально можно заманить в обычный мир? Идея, смотрите, мы можем сделать вот такое лассо и с помощью него, по идее, поймать Гаста. А еще это лассо можно улучшить и сделать вот таким. Хотя, так и быть, обычного тоже будет достаточно. И смотрите, что мне надо сделать, по идее, надо сначала его побить, сделать так, чтобы у него осталось мало хп, а потом бам! Подожди, что?
Gust is a hostile mob. Черт подери, все-таки мне надо сделать это лассо. Хреновина для улучшений дропается только с визор скелета. Хорошо, благо мы и так в аду. Первый скелетик и сразу две штучки дропнул. Спасибо ему, конечно же, огромное. Ну а сейчас мы заходим в какое-нибудь безопасное место и начинаем создавать, творить, скажем так. О, да. Ути, мой маленький, иди ко мне. Так, сначала бьем, потом вот так нажимаем, и мы его словили. Молодцы. Сейчас-то мы проведем тебе экскурсию. А ну давай вылазь. О-хо-хо-хо. И как мне надо быть? Типа просто убить его, и тогда мне дадут ачивку? Да, серьезно! Опупеть! Это, кстати, была какая-то очень редкая ачивка, потому что вот этот звук как раз-таки это означает. И фиолетовая надпись. Осталось всего 4 достижения из адского мира. Ну-ка, кротовая нора, воспользуйтесь незером, чтобы переместиться на 7 километров в обычном мире. Так и я не особо знаю, сколько это 7 километров, но я так понимаю, то, что надо просто полететь куда-то далеко в аду, построить новый портал и тупо телепортироваться. Да мне не сложно, я просто сейчас вот так вот далеко-далеко-далеко-далеко-далеко-далеко-далеко на карте уйду. Это, по-моему, на 10 тысяч блоков я сейчас ушел. А тут достаточно красиво, кстати говоря. Но в любом случае, мы создаем новый портал и телепортируемся. И получилось! Получилось! Снова нам дали супер редкую ачивку, и это, конечно же, приятно. Так, там осталось, по идее, всего лишь 3 штучки, и я уже даже знаю, какую хочу выполнить. Это вот это, желанный свет. Постройте и установите маяк. Проблема, там нужна вот такая звезда, а она у меня всего лишь одна, поэтому придется раздвоить, а в этом мне поможет, конечно же, редстоун. Иди ко мне, мой маленький. И вообще, какого хрена мой железный сундук до сих пор не улучшен в зал? Золотой. Оба! Замечательно. Куча места, это залог успеха. Ну так мой дед говорил. Когда у тебя много редстоуна, кстати, впитывается это все достаточно долго. Но все проблемы решаются. Маяк ставим и никакой ачивки, потому что, блин, мне не на чем его поставить. Типа, у меня ни железа нет, ни золота, ни алмазов. Да уж, проблематичненько получается, но ничего, сейчас решим. Ага, железо, иди ко мне. Сейчас мы возьмем это все в крашер, засунем, и у нас получится очень много железа. Кстати, с небольшим шансом из этого железа падает золото. Смотрите, опа, видите, как раз одно выпало. А вообще, вот что мне надо. Серная печь из The Between Lands делается максимально просто. То есть, я могу даже сразу двойную сделать и раз, два, три. Так как работает это, скорее всего, на сере, мы ее сразу возьмем и... О, ни хрена себе, вот это интерфейс. Так, подожди, это, так понимаю, сюда надо? А, окей, сейчас подожди, я подумаю. А, нет, думать все-таки не надо, это работает максимально просто. Вот только единственное, я не понимаю, что вот это такое. Судя по текстурке, это очищенный известняк. Потому что реально больше ничего не подходит, и он делается... О, не, мне лень. Ура! Новое достижение! Желанный свет! Мы такие молодцы! Представьте себе, мы впервые, хоть когда-то за все сезоны, что-то можем даже выполнить из всех ачивок. Это Незер. Чего нафиг? Я, походу, беру свои слова обратно, потому что это нереальное испытание. Энергетический коктейль. Испытайте эффекты всех возможных зелий одновременно. Да это же нереально, реально. Таки, блин, блинский. Ладно, задача я себе поставил, может быть, даже выполню ее, но не обещаю, потому что это действительно тяжело. Вы смотрите, сколько зелий есть. Пипец, пипец, помогите. Понемногу буду заканчивать, не буду нагружать себе мозги. Это хорошая серия, потому что, внимание, за 34 серии завершен Twilight Forest. Абсолютно все боссы убиты, абсолютно все трофеи собраны. И если, конечно же, выйдет обновление с новым боссом, то его мы тоже убьем. Спасибо за то, что вы, несмотря на то, что серия заканчивается, все равно продолжаете это слушать. Это очень приятно. То есть, вы пуськи, вы молодцы, вы, наверное, чмок в пупок хотите. Ну ладно, чмок. Такая несуетливая серия получилась. Вот все бы так, серьезно, мне она тупо понравилась. Хорошая серия, я лайк бы ей даже поставил. Ой, ой, о чем это я? С вами была Уложка и Звезда из Незера, и когда-то словленный газ. Всем удачи, всем пока, 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 пока.